Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть в мини-титанов. Ребята, всем привет, у нас новые приключения мини-титанов, и что же мы сейчас сделаем? Если помните, то в прошлом видео закончилось на том, что мы собрали все-таки эти фасольки, и, смотрите, мусор мы собрали, короче, много чего мы завершили. И, кстати говоря, спасибо вам большое, что вы комментируете и подсказываете нам. Если бы не вы, то я не знаю, как бы мы проходили. Ну да. Отлично, хлам, что надо, говорит наш киборг. Спасибо, дружище, а теперь мне пора за работу. Напишу тебе письмо, как закончу. Наши покупки 400 мелочей. Так, найдите три других камеры. Нам еще нужно камеру найти. Нам нужно отправить Скамеандру 200 монет и использовать 10 знаков вопроса. Кстати говоря, помнишь? Слушай, а где же наш турнир? Наш турнир, ну, он не в этой части города находится, он находится вот сюда. А, да, в закрытой территории же. Да, о, смотри. Это кто такая? Задание горит. Привет, да, Робин. Беседа? Побеседа? Да, конечно, конечно, поговорим. Есть, да. Ну что, Старк, как твои тренировки? Знаешь, а ведь эксперт по боям фигурок, я ведь эксперт. Если вдруг нужна помощь. Если честно, я не особо много играла с фигурками. Как же так? Ты не собираешься принимать участие в чемпионате? Может и собираюсь, но пока я посвящаю все свое время одному секретному проекту. Хе-хе-хе. Секретному проекту? Какому проекту? Если я тебе скажу, он перестанет быть секретным. Хе-хе-хе. Но, возможно, ты сможешь мне помочь. Конечно, Стар, только попроси. Из-за своего проекта у меня совсем не было времени покормить Силки. Покормишь его за меня? Вот так вот, нужно Силки покормить. А Силки нужно покормить при помощи других фигурок. Помнишь, мы скармливали? Так, ну что ж, мы двигаемся дальше. К турниру двигаемся, ребята. Да, кстати говоря, подсказали, что лучше двигаться с Слэшем. Так будет гораздо эффективнее, а не тапать. О, ночь началась, у нас какой-то повар. Слушай, был. И пропал. Но зато мы нашли Рейва. Так, я раздобыла новые фигурки в бой. Я смотрю, кое-кто проникся этой игрой. Но не болтай, давай уже сразимся. Я готова. Помню, кто-то говорил, что это глупые игрушки и все такое, да? Я тебя сейчас уничтожу. А еще лучше, выиграю тебя в битве фигурок. Вперед! Смотри, мы сейчас сразимся. Ничего себе! С Рейвом. Слушай, мы можем, кстати, и не победить. Ты помнишь, какие у нее сильные персонажи в прошлый раз были, а? Ну, смотри, в этот раз с 8-го левела. Но у нас же есть Робин наш. Кого мы берем еще? Киборга берем. Киборга берем обязательно. И кого еще возьмем? Я даже не знаю. Давай Найтвинга, наверное. Найтвинга? Ну, он на 7-го левела. И у нас будет команда «Друзья Бэтмена». Да. Ну что ж, мы готовы. Гоу-гоу-гоу-гоу. Так, Тини Тайтанс, и что же у нас? 3, 2, 1, мы готовы к бою. Так, кто у нас атакует? Найтвинг первый. И сейчас мы завесу вот эту бросим. Давай, бросай завесу. Бэм! Смотри, Рейвен приуныла. Конечно, приуныла, ничего себе. Что она будет... Ах ты, что ж такое? Она не смогла. Она не сбила, а зато уклонилась, представляешь? Так, надо менять на киборга срочно. Или Ух ты, 12 урона и заблокировала нам. Так, нужна сила. Сейчас мы силу атаку повысим. И 18 урон нанесем ей. Эх, пока она нам наносит урон, конечно, бы хотелось бы. Да, не помешало бы. Получай, Рейв. Бам! 7. И смотри, мы как раз вопросик используем один. Нажимай. О, опа, и еще сразу же. И не мощь, одну. А наша шкала поднялась. Да-да-да. Еще один вопросик. Используем. Еще раз. И сразу же такой. Смотри, как здорово, а. Шикарно. Слушай, ну 40 хелсов у этой да, дамочки. Слушай, она сильная. Давай киборга выбирай. Хорошо. Сейчас мы используем киборга. И сразу же заряд. И сейчас сразу же 15-ку я отниму. Давай. Ах, не успели мы, ребята. Она первая, да? Воздействия отменены, но... Мы просто дамаг слабее. Мощь, да, у нас мощь меньше стала. Ну как же так, а? Ну ладно, ничего страшного, у нее 19 жизней всего лишь осталось, и я думаю, сейчас мы
опа, немножко еще уменьшим ее запасы. Еще один вопросик. Нам 10 нужно. Слушай, вопрос, какая удача у нас, да, ты видел, плюс 4 дамага. Мы же везение, кстати говоря, повысили, да? Да, мы повысили действительно везение. Слушай, как она нам мощно нанесла дамаг. Мы использовали и добиваем. Добиваем ее, ребята. Бэээ! Победа. Шикарно, шикарная победа. Ну что ж, о, смотри, у Робина и у Киборга новый уровень. Это очень хорошо. И сколько у нас монеток уже, блин, надо кого-то покупать обязательно. Да, нужно купить Рейвен, потому что, мне кажется, она крутая. Да, Рейвен надо брать. Ну что, что мы прокачаем? Так, ну давай, может быть, все-таки здоровье, нет? Давай здоровье, хорошо, да. Пусть будет здоровье. И... Киборг тоже у нас повысил левел, что у него можно будет прокачать сейчас. Здоровье, мощь и везение. Может, мощь? Давай, мощь. Пусть будет у нас мощняцкий маун. Да, ху. Шикарно, ребята. Да, ребят, напишите в комментариях, что вы рекомендуете прокачивать. Что важно все-таки в этой игре. Это было унизительно, говорит Рэйвен. Ну, конечно же, было унизительно. Давайте получим наш приз. Ха-ха-ха, я непобедим! Мечтай, мне просто нужно еще больше фигурок. Чуть-чуть побольше. Ну окей, Рэйвен, копи. Да, а мы пока получили 400 золотых монеток и двигаем в сторону нашего турнира, ребята. Так, что-то мы застряли здесь немножко, правда. Давай посмотрим, как нам быстрее добра... А, нам нужно обойти, и мы уже буквально у цели. Да, чуть-чуть обойти. Мы немножко не туда. Так, слэшем мы идем, да? Да, кстати говоря, надо слэшем идти, это будет грамотнее. Так, полицейский, кстати говоря, обращать нужно внимание, где же камера? Опа, смотри, что-то... Ох, монеточки, о, монеточки. Шикарно, ребята. Так, турнир. О, кстати говоря, давай зайдем в магазин, может, что-нибудь можно купить. Ну, давай зайдем. Посмотрим. Так, Симон, Доктор Лайт, а там Рэйвен нет, случайно? Нет, это какая-то другая. Так, ну давай посмотрим, а может Black быть есть? Blackfire. Нигде нету Рэйвен. Смотри, а здесь чипы можно купить еще, видишь? Это чип маленький, да? Да. Дымовой чип, недотрога какой-то. Так, брат по крови. Кстати говоря, нам рекомендовали еще вот эти вот, вот, давай одну купим, посмотрим, кто нам выпадет. А сколько она стоит? 200, всего 200, просто попробуем. Так, давай. Никуда здесь нельзя двигаться. Матушка. Так, что-то и мы не... Я думаю, на этом все. Посмотрим, кто нам выпадет. Воу, Red X нам выпал. Я даже не понял, у нас он уже был, по-моему, да? Возможно, да, возможно, выпадал. Сейчас посмотрим. Да, у нас есть два Red X. И, кстати говоря, мы сейчас заодно покормим, да? Да, силки. Покормим силки. А, или еще нельзя, смотри. Он должен достичь нового пятого уровня, чтобы мы могли. Ничего себе. Но мы, кстати говоря, можем скормить... этого героя для того, чтобы проапгрейдить нашего, например, Робина. Да, давай скоро. Давай. Так, вот у нас второй левел. Да, совсем немножко мы проапгрейдим, но зато покормим Селфи. А мы еще селфи. Одного можем скормить. Ну, пусть он будет хотя ну, бы, ладно, хоть хорошо. Один точно. Ух, какой силки-то у нас, а? Да. Ну что, я надеюсь, мы выполнили задание как минимум. Или нужно было хорошенько его накормить? А нет. Не, выполнили шикарно. Так, Starfire сейчас нам что скажет? Еще раз спасибо, что покормил моего питомца. Он самое милое существо на свете. Для тебя все что угодно, Star. Отлично. Вот мы сделали доброе дело, помогли Starfire, и она отблагодарила 200 мелочи нам дала. Да, кстати говоря, отбили покупку Red X. Да. Так, где же у нас... Вот он, наш турнир, и что же? Ха, заперто, странно. Так надо к этому подойти, к бомжику. Неужели здесь липкий устраивает... Джо, липкий так, Джо. Так, подожди, мы с липким Джо уже. Держи свои фасу... А, ну да, мы ему нужно было отдать. Ура! Ой, что это? Это ключ. Тебе досталась крутая штуковина. Ключ из сосиски? Хе-хе-хе! Вот так вот, мы получили ключ из сосиски... И нужно использовать. А мы тем временем, ребята, участвуем в турнире. Фух. Ну что ж, у нас будет первый бой. И мы сражаемся. Мы сражаемся. Да, да, сражаемся, ребята. Жестянщик Эдди против нас. Какие у него противники? Так, у него Beast Boy. А, это кот. Нет, Beast Кот. Это кот Beast Кот или как-то так, да. Так, берем наших героев.
Титаны и Найтвинга, да, я берем? Или кого? Ой, я даже не знаю, давай Найтвинга. Мне на самом деле вот это вот больше нравится. Ну, давай его. Ну, поехали. По крайней мере, может подлечить, в случае чего, конечно, не настолько эффективно пока что, но все равно. Ну да, давай его качать. Фух. Ну что же, у нас Киборг первый будет атаковать, и... Смотри, у него всего лишь 22, 22 слушай, хпшки. Очень слабенький. Да, на самом деле мы можем сейчас использовать заряд и 17 сразу у него вынести. Ракетницы прям вынесем его. Оу, бэби! Ух ты, ёж! О, с первого раза! Ну слушай, вот мы это не Киборг. Зря везение-то подняли. О-о-о. Да, видишь, везение действительно полезно, как оказалось. Блин, у нас 2500 золота, нужно на что-то потратить. Да, надо обязательно потратить, ребята. Но я думаю, что мы сделаем это в следующей серии. А также продолжим проходить турнир уже в следующем видео, дорогие друзья. А вам спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Ставьте лайки. До встречи, ребята. Пока.